Всем здрасте. Заехали в квартиру. Деревяшка одноэтажная. Здесь лампочки нету, все отлично, мы поняли. Это типа лоджия. Типа подобие лоджии. Да, вообще классно. Вообще офигенно. Ну, там капает, короче. Да, капает. Вообще, ладно, понятно. Данька пока не тут занимается. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Сейчас, подожди секунду, сейчас дам. Только надо найти его. Толчок, отлично. Так, ведерко. О, замечательно. Мы нашли ведерко. Хер с ним, не замерзнем. Так, ну здесь, короче, ванная. Это полагается кухня. Такая вот небольшая кухонька. Ладно, стульчики, с ней стульчики, все отлично. Плита, чайник есть, все отлично. Так, и спальный режим. Вау. Ну да ладно. И то, кстати. В общем, когда так вот. Да-да-да. И это, блядь, тазовский. Это реально, сука, тазовский. Уйдя себе, слышь, понятно. Ага. Ты понял? Шутка, ёбка. Севший. Смотри прикол. Ага, вижу. Можно и отсюда даже заходить? Да, вот. Охуеть. Хуя, блядь. Линолеум, обои, охуеть. Плитка потолочная. Нихуя себе, нихуя себе. Заебись. Что еще для счастья нужно, а? Че ты хочешь? Нахуя тебе надо? Да, отлично. Просто. В общем. Не, молодцы, молодцы. В общем, ребят, это охуенно. Это реально охрененно. Молодцы, честно, мне. Блять, мне нравится. Да. Ладно. Сейчас позвоню. Телек такой вот небольшой висит. Включенный в питание. Нашли квартирку. Которая охуенная. Ну, как деревяшка, но в нормальном состоянии. Знаешь, за сколько? 1500 человек. Нет. Оплачивать. Мы сами находим, снимаем. И получается 1500 человек. Я тебя сейчас возьму. Твою мать. Езди, посмотри мне, посмотри, я тебе как могу посмотреть, вот и сказать, хватит или не хватит, или лишнее. Я что, вижу? Блять, ну ладно, три машины, на машины остановимся и все. Три машины, я еще согласен. Потому что... Давай, знаешь что, давай я вот с Хуршином поговорю завтра и с утра. Да, вот я тебе о чем говорю, поговори с ним. Да, то, что, ну, три машины, но максимум, которые я согласна еще оплатить, но это максимум. У нас нет денег просто на то, чтобы еще все это засыпать. А потом, может, там через 3, через 4 вот так вот, да. Нам это не к спеку, мы основное выровняем свое. В общем, окурить нам, культурно говоря, на улице. И... Да. Ну, в доме курить не будем. Ну, в общем, классно здесь, вот реально классно. Что такое? Ты говоришь об одном, а я говорю.
То есть я говорю, ты сколько раз там ездил туда, на участок? Угу. То есть вопрос задаю, да? Я не вижу твоей заинтересованности. Правда? Да? Серьезно? Нет, ты занимаешься воранием участка. Ну, блядь, ладно, забей, я вижу, что ты не заинтересован. Данил, забей, ну честно, сейчас ты сейчас хуйней страдаешь. Да потому что она мне кровь подвернула, сука, в дороге, блядь. Я уехал, я ей сказал, что я 28-го буду, блядь. Давай ты домой приедешь, если я буду со мной поговорить. Приедь, ну... посмотри, блядь, посмотри, что сложного в одних вещах, блядь. Приехать, посмотреть, одну вещь сделать, блядь. Меня нет, приедь, посмотри, сука, что сложно в этих словах, блядь. Понимаешь? Ну сейчас, не ори ты, что ты орёшь-то? Ты вблизи нас, успокойся. Дай сигарет. Да, блядь, сколько лежат? Да всё, и нахуй, мне по рукам. Вот такие вещи, блядь, нахуя? Куда ты полез? В куртке лежат, говорю же, ты, блядь, что, глухой, что ли? Нахуя ты такое делаешь, блядь? Съездить, посмотреть. Я вот 8, вот у меня мама придёт, блядь. Да в рот ты его ебать, ты чё, блядь? У тебя это займет 55 часов, что ли? Или что, блядь? У тебя займет это ровно 2 часа, блядь. Доехать туда, 10 минут пробыть там, посмотреть глазами, вот так 2 минуты поставить, развернуться, уйти, блядь. Не вопи, что ты вопишь? Да ебаная, блядь. Хватит. Пизда. Хватит. Любят они подозревать мозг. Что ты хочешь, чтобы я писал? Короче, у мальчика сыграли нервы. Ну, а как еще по-другому назвать? Ну, это реально нервы. Короче, мы в Тазовском. В общем, материал по-любому будет. Материал будет интересный. Тем более я снимаю уже на нормальную камеру. Ну, только без нормального оператора. Так. Дай-ка я нахер на всякий пожарный ключик возьму. Вдруг она, сука, сейчас защелкнется, а мы потом попасть не сможем. Будет вообще классно. Ляпота. Реально ляпота. Ляблята. Да, классно. Антенночка. Да пофиг, что не у нас. Но она есть. Ладно, как говорится, утро вечером мудренее. В общем, всем доброе утро. Да, не обращайте, у меня голос садится. И походу, причем конкретно, я походу буду скоро пищать, как последняя проститутка. Вот. Что еще? Покормись. Видео, которое я вчера скидывал с камеры, получается, к себе на телефон, я их скидывал. На ком пока не удалось их кинуть, потому что надо ставить приложение. Что-то еще потом... Ноутбук что-то морозится, выебывается. Чё, блядь, тебе надо? Хуесосина ебаная. Жрать пошли, падла. Сейчас пойдем. Эй, чё, пошел нахуй. Ну, сука. Да тут, блядь, ты крыса. Заметь, я её, блядь, не выпил, нихуя. Да, типа тёщиной комнаты небольшой. Короче, там неху ловить, короче говоря. Слышал, он вообще долго сам с камерой ходит разговаривать. Да вообще не говори. Клоун. Ну, клоун, блядь. А, еще какой, блядь. В общем, жутко ёбнутый. Может, знаешь, что-то прохладненько, да? Поебало меня это. Да включи плиту, блядь, погреемся хотя бы. Где зажигал? У меня в кармане. Мое дело предложить его, чтобы ваше дело отказаться, как говорится. Я говорю, сам с собой разговаривает, клоун, блядь. Пидорас, а тебе да? Завидно, да? Да. Мне не завидно, я не страдаю синдромом. Синдромом Дауна? Ну тут
точно даун. Вот так вот мы зажигаем плиты. Или плиту. Мастера от Бога. Надо. Даже духовку зажгли. Надо было, сука, ее на ночь так сделать. Тебя на ночь было, скотина, сделать, блин. Ну, баб надо было вызвать на ночь. Да нет, тебя достаточно. Осталось только найти этих баб, чтоб их призывать. А зачем кого-то искать? Вот она сидит одна. А ну-ка, распусти волосы. Да пошел ты нахер, а слышишь, ты конченое создание. А сзади позвоночник точно, сука. А, бля, не могу. Коль, тогда объясни, нахера ты хуй сосал, а? Ты ебанутый или как, блядь? Так я нормально спрашиваю, брат. Я не спорю, что ты с фалосом спал рядышком, а? Да я просто спал в обнимку. В обнимку и причмокивал его всю ночь, блядь. Ну, естественно. Твое дело, ты негатива, слышишь? Да ладно, ладно. Да ладно, чё ладно? Нахуя ты хуй сосал? Короче, вот такую гадость мы жрём. Гадость, сука. А это у нас получается каша рисовая с говядиной. Да. О, да, бейба. Короче, к моему голосу пизда, причём конченая пизда. Да ты сам конченый. Пизда. Это нормальное поведение. Ты конченый пиз. Короче говоря, вот мы перегусили немножко. Опять с камерой разговариваем, долбоёб, бля. Благодарствую тебя за обед. Можно идти курить. Я тебя называю. Да. Долбоёб. Короче, мы нашли вариант, как согреться. Хороший вариант, вообще отличный. Вау, об этом варианте же никто не знает, бля. Да. А вдруг, а реально никто не знает? Да все знают, блядь. Придурок, сука. Ты что ли? А, ну я знал, что ты. Надо быстрее лечиться. Я тебя называю. Голосистый проснулся, петушок. Ты мой хуй сосал. Я же говорю, голосистый проснулся, петушок. Петушок. Петушка ты в зеркале видишь, пол. Да, вот и стоит. Камеру убери! Камеру убери! Я тебе сейчас её нахуй разобью, блядь! Да? Ну какой? Ну какой? Ну какой? Я же хотел. А, грозный. Ну, сейчас надо, короче. Выключай это говно, блядь, заебал. Короче, говоря, идем, короче, до апельсина. Мистер, что вы скажете сейчас? Сейчас я ебану петарду. Ебать, он ребенок, сука. Я скажи мне, пожалуйста, оно тебе надо, нет? Да. Сука. Кстати, мы сейчас с Тазовским по улице идем. Вот такую вот маленькую хлопушку. Ну, ебана, тут сейчас... Вот этот трехэтажный домик. Ну, в принципе, неплохо выглядит, да? Антенны, конечно, многовато. Да, во всех домах. Смотри, прям стопка видит. Вон ты, блин, гамзадри. Антенна на антенне висит. Так люди же по-любому телевизор. Слушай, все сделали. Блядь, тут надо нам попасть. Знаешь, почему?
все по красоте сделать. А мы монтажники, высадники. Да. Зато и вам шлем привет. Ну, естественно. Апельсин. Сюда выходим. Сюда? Ну. Точно? Да. Нам больница нужна или администрация? Больница. Может, все-таки загуглим по карте? Пошли. Сейчас пишем. Я карта. Я хочу уйти где-нибудь на пустырь. Толь. Больница Тазовский. Ебать, это что? Смотри, это дом. Оля, смотри. А какое нам отделение надо? Посмотри сюда, на пол. Это что? Дом, посмотри, какой прикольный. Какой, тот зелененький? Вот этот. Смотришь? Он, да. Смотри, как он сделал. Раз, нихуя. Тазовский ЦРБ. Охуеть, не встать. Доминка такой. Красивый. Нет, серьезно. За гранью цивилизации. А где ты находишься? Закроется в 5 вечера. Понятное дело. Идем вон в ТРЦ. Сейчас где-то мы выйдем сейчас в ТРЦ. Я увидел вот тут. А, я уже Машу поставил. Ебать, нихуя топать, слышишь? Километра 2. Да? Поверните налево. Да, типа сейчас туда вот. Смотри. Куда? Через 600 метров поверните направо. Короче, мы правильно, по правильной дороге идем. Нам просто сворачивать не надо. Может, на пустырь это дело, Толь? А? На пустыречек отойдем на 5 минут. Ну, ребенку надо пустырь. Пиздуй! Давай чуть дальше пройдем, там будет как раз пустырь, а? Сейчас. О, нам как раз срезать надо, поля. Нам ничего, мне ничего срезать не надо, я пойду здесь, а. Ай, заставил меня сейчас здесь вырывать, кидать. Это реально ребенок, блядь, причем конкретный ребенок, сука. Да в детстве у меня не было хлопушек. Блядь, хлопушку ему подарили. Я Саше специально передам, что хлопушку тебе купила. Будешь дома хлопать в ладушке. Нет, ты парни. Это он не будет себе. О, нифига, борцовский клуб. Ну да, а чё бы и да. Так, мы находимся сейчас. Да, в ебенях. В ебенях. Вон, давай до туда дойдем хотя бы до моста. Да! Толя, да! Сука! Там и будешь хлопать свою хлопушку. Толя! Пиздюшку! Мы дошли до моста. Да вон мост, блядь, ебаный ты по голове! Ребенку подарили под игрушку. Сука, я охренею из себя. Да все, я не могу выдержать. Бля, какая красотища все-таки, да? Да. Домики тон. Классные. Бля, да... У меня слов нету, заберите меня отсюда, вот этого идиота. Он реально ебанутый. Не ходи, не ездите с ним. Толь, последний. Да вот, смотри, какая фигня стоит. Я тебя не знаю, вот честно, я тебя реально не знаю. Ой, вон она, апельсин.
Мы его проходили мимо. Я тебе говорю, вот туда бы нам его бросить. Слушай, а хорошее место, так знаешь, что? В трубу. Я тебе про это и говорил. Ты ж меня не услышал нихуя. Да ничего, у меня еще там 50 штук есть. Сука. Я тебя прибью, гада. Так, вот он апельсин. Дальше нам нужен крокодил. Кстати, а крокодил-то этот входит в комплект? Сука. Так. Так, нам дальше пиздовать. Дальше. Нам до магазина потом. Азия. Переходим дорогу. Да. Переходим дорогу, и у нас там полметра и ЦРБ. Да. Полкома площадь. До роддома нам надо идти, а за роддомом уже. Ух ты, глянь, какая цацка стоит. Ага. Блин, мало петард взял. Я так думал, что надо что-то 10 собрать. Глянь-ка, вообще ништяк, да? Пушка! Твоя, кстати, собутыльник. Да. Ты ж артиллерия. Я вообще-то у меня не... Бать... Я нихуя не артиллерия. А, у меня батя этой фигней занимался. С какого хуя я артиллерий стал? А чё бы и да? Я охуел. А это, походу, детский садик. Большой, однако, слышишь? Да? Ладно, такой ну, хочу полетать. Вообще атас. Привет, Сир. А? А. Во. Короче говоря, еду в кузове. Вообще ништяк. Бля, ну нахуй такое, ну только я могу. Вместе с оборудованием, если вы видите, да, вот вообще ништяк. Вот, так что, блядь, надеюсь, менты нас не остановят. Я надеюсь. Вот. Мы сейчас забираем наше шматье, что у нас там осталось, и выезжаем на песочки. Пески, 5-6 пески, вот. Плывем на барже. Вот. Что еще? Что еще? Да, в принципе, все. Да. Блять, ёпта. Теперь я головой бьюсь об сетку, а до этого, когда мы ехали в Тазовский, Данил бился головой об сетку. Блять. Да, как-то так вот. Короче, мы не знаем, на чем мы. Точнее, на чем поплывем. Бля, ну здесь классно. Реально классно. Такое чувство, как будто в Беларусь приехал с военным транспортом. О, коробка с топором лежит. В общем, вон два корабля. Слышь, дед, а там их два стоит. Да, а? Это не баржа, там сказано была баржа. Так, и что делать? Хуй знает. Перезвонит, я сейчас уточню. Пойди, как по реке у нас вот по надыму такие. Не, у нас по надыму такие вот как раз ходят. Но. Если не меньше лекатель ходит. Тягает на малых тралах. Это еще баржа шикарная. Смотри, здесь промысел хорошо идет, да? Слышишь, я даже не успел в аптеку зайти в порцелин купить. Ну, хоть счастье.
Чего? Я тебя не слышу. Сколько? Я тебя не слышу. Отправляемся в плащ, 6 часов пути. Будем. 6 часов, короче, будем плыть. На полафрак. Короче, на фактуру, короче, 5-6 пески. Да, так что радуемся жизни. Смотрите, какая красота, вообще классно. Вообще огонь, Вася. Да. Ну, заодно проверим, есть ли у меня морская болезнь или нет. Как-то так вот. Да. Понял.
я уже за тебя был прав. Вот сейчас надо идти. Ну что, ему тяжело идти, говорит. Ну, логично. Он затянуть нас просто. Но... Я не понимаю, зачем мы вот на лодке пользуемся здоров. Вот это вот. Короче, данная лодка у нас от верта сбоку ушла и начала нас тащить. Специально так было задумано. Да, ну здесь бешеный ветер, короче говоря. Ветер северный, сбоку хреначит, оттуда вот. Север там, север прямо. Все, восточный, значит? Да, ветер восточный, северо короче. Северо-восточный. Он не перепутал? Нет. Бокер. Не, я ее на YouTube снимаю. Путешествовать так вот, вообще классно. Какого вам видео мало? Кухнем. Ай, кухнем. Ай, ночка тихо в поле пройдем. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Да я ж говорю, мы спеть сможем. Врубай свою. Сейчас. Я уже включил ее. Подожди, я тут телефон подключил. Лично вожу. Нахуй, блядь. Москвичи отдыхают, ебаный. Нет, я вообще-то так... Москвичи в сторонке и пичку хлебают. У меня, блядь, дай бог не соврать, да у меня ты... 10 хора, блядь. Хора? 10? Да. О. С детства. Вот, вот, держи. Ну держишь? Ладно. Я сейчас... Так что я и спеть могу, поверьте. И спеть, все могу. Ну в хоре, думаешь, не пили? Пели. Давай, бутыль быстрее уже, я уже выбил. Сейчас, не, навожу. Я уже выбил. Тебе хватило нахуй запить? Да нет, там нихуя не было, кстати. Нет, ему хватило. Сейчас, еще третий пакет надо. Надо воду отпивать, потому что, сука, не вмещает. Сливай сюда. Давай я отопью. Сейчас, да я сейчас... Стой, держи, не трогай. Кто-то соленая вообще. Кого? А, икра, что ли? Ну, нет, не икра. А, тушенка. Тушеночка? Да. Так она это... Потому что у меня мать любит все жестко. Не, ну вообще соль это хороший консервант. И да. Тушенка, когда будет соль... Она не пропадет. Она заебала, она все солит. Так и правильно делать, я считаю, да что... Да ну ее нахуй. Не, ну раз. Любит, В меру надо солить. Я ей весь вот суп, сука, вот все варим, все вместе с ним. Thank you.
Так мы, такие у нас приключения, да, вплавь добираемся, вообще охеренно. Кому расскажешь, никто не поверит, зато зафиксирует. Короче, это классно. Вчера сели на мель и с утра только с нее слезли, ну как слезли. Капитан с парнишкой хреначили все утро, но вытащили. Я немножко простыл, да, голос говно. Но ничего страшного, все еще впереди. Домики, да? Раз, два, три. Видно, три, четыре. Четыре домика, да? Алмар? А, да? Вот. А, я понял. Дальше, третий, четвертый. А это сейчас что у нас? А я его друг алкоголик. Ну, что я Толик, это давно понятно. Хотя кто еще из нас алкоголик? Да. Вот он. Кто вчера там вообще тагил орал, что ли там? Было такое, было. Че, ты не помню? Дэн!
да, вижу. Смотри, огромные дома. Салюна. Акушерский пункт. Какой-то из модулей здания. Я не знаю, где такой. Вода половина это. Слышишь? Река полная, да? Вышка есть, но непонятно, какая связь. Самолет. Машкара, комары, как все обычно. Короче, у нас пиздец. В 9. А, либо сколько? 10? Толя, или... а так-то сказали, нам свет отрубать, я помню, да? Или я оставляю? Весь фаб себе показать. Давай, ладно, скажем так. Открываем, скажем. Во сколько там вырубается электричество? 12. В 12 ночи вырубается электричество. Во всем поселке. Фактории, это не поселок. Даже фактории. Почему не поселок? Потому что здесь нет поселения домов. Тут чаще всего эти. Вот. И сейчас мы идем вон туда. Там, по идее, должна быть связь. По идее. А тут заросли. Здесь мне ты правильно сказал, по идее. А по-другому никак не скажешь. Но мы решили все-таки наебать судьбу. У нас электричество будет. Насчет них мы не знаем. Мы схитрили. Да. Мы же все-таки инженера высшей категории. Ой, блядь. Сотый левел, да? А? Сотый левел. Еще раз. Сотый левел. 99,999, блядь. А вон лежит движок. Офигеть. Сидем искать дальше сейчас. В поисках, сука, связи. Да. В поисках затерянной связи.
нам надо звонить, сука, по-любому. Сейчас, Вашкин. Где-то здесь сказал связь. Вот он, да? Походу дело. А? Походу дело. Я не вижу связи. О, Теле2 появилось. Оля, появилась, да? Да. Давай пробуем тебя связь. А у тебя в каком режиме? 3G, 4G? Ешка. Ешка? Да. У меня нет. Звони. Да где ты, блядь? Сейчас. Как его? Давай еще. На громкой. Короче, вот так у нас уже горит на улице. На гребаных письках. Ну а что это еще? Ну, письки. По голове. Не зря его положили, да? Да. И на самом деле нихуя не переслушаешь, да? Ну и не переслушаешь, ты переспоришь. Да, да, блядь. А что спорить? Блин, почему? А это, кстати, смотри, Анатолий там откинул один, да? А, на меня посмотрел, блядь, когда услышал, мне 3-4 года, охуел. Да. Ты вообще откуда вылез? Вон то окно наше. Я знаю, вот. И нам почку ставить, знаешь, куда? Вот сюда, на эту угол. Да. Согласись? На угол ставим, вот у нас, смотри, поле все. Да-да-да. Уже можно работать. А нам, сука, надо, скорее всего, либо сюда лучше поставить. Почему сюда? Скажу. С этого угла больше обзора. Вот эти ветки. Либо ветки. Вот это. Ебала. Ну, блядь, Толя. Я б дала. Не, я б реально дала. Я ж закрыл. Девушка, да, здесь косится такая, да, улыбается. Ай, молодые, приехали. Да, конечно, блядь. Молодая кровь, большой писюн. Я тебе, блядь. Ебать. Толя. А? Ебать, тут жара, блядь. Короче, мы здесь охуенно так надопили, что... Ну, женщина сказала, что топите сильнее, чем потому, что, блядь, прохладно. Ну, конечно, стоит. Не мерзнешь. Ну, логично. Знаешь, зарядку не принимать, блин. А я тебе говорил, блядь, там внизу в повербанке пизда.
Ты, блядь, меня же, сука, не слушаешь, нихуя. Пошел нахер. Я тебя тоже обожаю. Вот смотрите, Данилка... Стоит раком. Можно пристроиться. Я тебя, сука, пристроюсь, скотина. Скотыняка ты, да? Скотовозка ты. Все, закрываем нахуй. А то в курсе, что они в фапе, да? Вот и все. Все, мы спать. Все, я ботиночки поставил на всякий пожарный. Сказать, стоп. Ух, ебать, ты жара. Да. Раздевайся, давай. Я... Данил, раздевайся, я буду стриптиз снимать. Здесь в натуре везде. Бля, да он волосатый. Ой, дымок пошел. Эй, горячий, блядь, жарко, слышишь, в натуре жарко. Ну, заебись. Ну, больше нельзя так. Нормально, пускай топится. О, поля. А. Смотри. Ага. Влага опала. Знаешь, что нужно сделать? Двери открыть, проветрить тепло, выпустить влагу. Я понял, что нужно делать. Короче, наше окошко, вот оно. Или, Толян, вот туда мы зайдем, смотри, и вот, вот с той стороны. Там деревья, нам будет мешать. Не, мы можем по низу провода просто бросить? Да, да, да. Да, да, да. Либо поверху. Вот, и будет все ништяк. Вы употребляете наркотики? Да, 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 да. Угу. Угу. Порвало тоже, блядь, все равно. Че, бур? Бур, вот тебе видел, какая хуйня. Ты решил поснимать? Да. На. Ну куда же без этого? Ну да. Да, весело. Че, пошли смотреть? Пойдем. Но это все равно более аккуратный вариант, чем у тебя получился. Ты не подровнял, блядь, дебил? Человек-пенопласт? Человек-дебил? Подровнять надо, порвет кабель, резать. Я тебя пижу тогда, реально. Я понял, почему тебя нельзя пиздить, слышишь? Кто? Лёша, блядь. А, Лёша дебил. Порвал, поломал чуть, да? Второе отверстие поломал. Аккуратнее мы не пройдем. Ломать будет. Она хрупкая. Да-да-да. Угу. Да-да-да.
Человек пенопласт? Ты тоже. Я человек дебил. Но шайба прижмет, и не будет их видно. А теперь смотри. А ну конечно аккуратнее, когда с той стороны идешь. Я не спорю даже, у тебя здесь аккуратнее выходит. Но нам проще оттуда идти, Толь. Ставки, да. Я со световой. Ждай, да? Да. Так, где они? А, вот они. Пиздуйте, дядя. А где средняя? А, да. Дебила. Тупила дебила и гробин. А, с той стороны гробин нужен? Давай поставим на всякий пожарный. Тупила, купила, дебила. В принципе, одного гровера можешь хватить, слышишь? Хотя, блядь. Мне еще раскручиваться будет. Ну да. На металле я не знаю. А, слышь, на металле мы не ставили большую гровер, шайбу. Ну да. Одна и та же сторона. Да. Легко зайдешь. Попасть бы! Целка-то сбита. А, чё, старый стал, блядь? Дай сюда. О, ну ладно, уговорила, блядь. Ты резать прям там будешь? Или, может, нарежем? А, или хочешь точку, ну, примерить? Нет, сейчас. Ну, в смысле, эту примерить хочешь, да? Нет. А чё? Сейчас увидишь. Давай сейчас сделаем, ну, посмотри. Оля, давай сейчас примерим, обрубим, как ты говорил, да? Один будет рубить, второй будет это, Толь. Как идея? Ты, кстати, в курсе, что шайбы не те взял, которые были? У тебя были другие раньше были шайбы. Я помню, что они были другие. Ладно, похуй. Какие, блядь, были? Я уже понял, Толя. Ну, давай. Чем? Ну, это не страшно. Да. Миллиметр туда, миллиметр сюда. Угу. Это просто шире. Да, вот а то раньше у тебя была 14-я шайба вот эта. Понял как? А. О, блядь. А сам-то? Ооо, все, дожился, блядь. Грайвер. Туплю от тебя, посмотрел, у тебя научился. Ага. А. Давай сюда. Точку повесить надо, отметить все. На. Вот. Пойдем перекур, блядь, жарко, я вспотел. И заодно посмотрим. Точнее, я уже на стремянку залезу. Сейчас давай перекур сделаем быстро и погнали дальше. Чего?
А? Ты что, угораешь? Ебаш! Ебаш! А? Меднер? Нахуя он тебе? Пойдем давать ему метр. И нахуй тебе. Сейчас поймешь. А там зависит профиль. Таким? 18,5. Так хера еще бы, а? 18,5, я его не пройду этим. Почему? Потому что. Я же походил. 18,5. Пойдем с другой стороны. Странно, я проходил. Там есть же розетка? Нет. 18,5 отверстия. Сейчас мы его там пройдем. Стой, ты забрал, да, инструмент? Да, там остался, по-моему, молоток. Да. Вообще реально пустая, блядь, я без шуток говорю. Я не знаю, как он будет здесь держаться. Я тоже. Но она реально пустая. Там нету ничего. Лена, тебе лишь лифт. Будет держаться, знаешь, на чем? На молитвах наших. Аминь. Дай мне эту хуйню. Какую? По металлу. По металлу? Ага, вот металл. Перекинь, пожалуйста. Будь держаться на наших молитвах, блядь. Аминь? Ага, аминь, нахуй. Или аллилуйя. Аллилуйя, аминь. Силуминь. Пиздали? Пиздали. Короче, на часах где-то часов 11, ну, 12 час. Если мы, блядь... Так уже... Уже! Уже! Слепой! Короче говоря... Если мы сегодня все это сделаем до вечера... Сегодня вечером мы Иисус съебываем. Это будет просто охуенно. Ебаные, блядь, пески. Ни связи, ни хуязи, блядь. А чтоб была связь, нужно найти вон до той ебаной антенны. Вон там связь есть, блядь. Ну или зайди вот в это ёбаное здание. Тогда там связь появится. Так связи нету. Вообще. От слова совсем. Короче, прохерачили мы 6 отверстий.
Где-то что-то завелось. Ладно, похер. Короче, прохерачили мы 6 отверстий. Точнее 7. Седьмое у нас ушло под кабель. Вот. 6 культурно ушло у нас под этот. Под антенну. И сейчас нам надо будет нарезать вот эту вот дрянь. Твою мать. Чуть не спалился. Ну да. А что ж еще делать? Ладно, поживем, увидим. Ждите новых новостей. Всем доброе утро. У нас на экране телефона еще, по-моему, уже 24 августа. Мы находимся на Находке, точнее, в поселке или село Находка. А знаете, что я подумал? Сейчас стою, смотрю на этот поселок. Не хватает только кофе. Сейчас объясню, почему. Та-да-да-дам. 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 Та-да-дам. 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 Ребята, такое чувство, что я попал куда-то на Крым. Блять, охуенно. Добрались мы вчера до сюда вообще ништячно. Пацанов высидели на этом, неподалеко от Губы. Ну как, да, в принципе, недалеко. И просто плыли сюда. Это было офигенно. Несколько раз садились на мель, но мы все-таки добрались. А потом пешком, короче, ну там оставалось метров 10 до песка, до земли, короче, грубо говоря. Мы все-таки пошли вплавь. Вода была 10-градусная. Это было офигенно. Да. Просто классно. Ах. Ну, за сегодняшний день мы сделаем данный фельдшерный пункт. Фап-фап. И будем веселиться дальше. Пойдем мы сейчас найдем, сделаем, что попить, типа, кипяточку, чайку, кофейку, и приступаем, как говорится, к работе. Да. Блин, ну такое, честно, чувство, как будто мы реально на югах. Вообще, класс. Эх, лепота.